Ну что, мы убрали тот интернет, к которому мы были подключены, и ушли на интернет от Да. Билайна. Чего, извинился ли у нас интернет? Стал лучше или нет? Лучше. Опять пропадаю? Привет, Отлично. привет. Что-то глючит. Меня любит. Или тебя, кстати, любит. Не знаю. Стало лучше. Во, отлично. Спасибо за отзыв. Мы тоже О, рады. прекрасно. Просто хотели это видео потом закинуть на основной канал, чтобы могли ребята потом посмотреть, потому что не все почему-то, кстати, на лайв-канале. Почему не все на лайв-канал заходят? Странно. Отличный хирург, к ней пойду грудь делать. Да, Лариса Батрадовна Маурова, она у нас сделала операцию моей любимой, и в будущем мы планируем с ней совместный проект. Да, внешность, Мася, у тебя необычная. Необычно. Москва на связи. Где Привет, работаю? Москва. В спортивном клубе армии. Скоро склею ласты такими темпами. Да, становитесь в очередь, многие ждут. Что буду делать? Буду делать что-то с лицом и что-то еще. Украина, привет. Я думаю, самое интересное будет увидеть тебя после. На что делал? Я еще не делал. У меня слишком радостное лицо для человека, который уже что-то сделал. Будет попозже. Все, попозже. Все, попозже, да, не будем открывать всех секретов. Будет как раньше? Нет, как раньше уже никогда не будет. В одну и ту же воду дважды не вступишь. Будет еще лучше. Тату, татуировка. Силикон из попы убрать? Нет, силикон из попы нельзя убрать. Сколько мне лет? 18 плюс. Какая операция у жены была? А это все вы видите уже на следующей неделе. Каждые 48 часов будет выпуск. Еще не знаем, либо 5, либо 6 выпусков, и со следующей недели пойдет ее проект. Уменьшу губы, подтяну лицо. Типа того. Там будет еще интереснее. Еще. Ну, Мася, ну я не могу им тайны держать. У меня плохо. Нет. Я плохо держу секреты. Нет. Как называется мой канал? Заходите на основной канал на YouTube, соответственно, и когда информация идет о каналах, там еще есть лайв-канал. Вот, и, соответственно, там сохранятся все видео с перископа. Передать Рузиеву Артуру привет. Передаю. Ты хочешь на чистку зубов? Да, хожу. И недавно даже с перископа видео было. Нет, перед операцией не переживаю. О чем не переживать? Я заснула, а дальше работают другие. Но я же говорю, этих людей я знаю уже больше 10 лет. А канал на Ютубе как называется? Он привязан к первому основному каналу. Мась, как у меня называется лайв-канал? Он называется лайв-канал. Ну, Саша Шпак. Да, также Саша Шпак должен называться. На чистку зубов хожу постоянно. Передать привет Анжеле, пожалуйста. Передал. Что ж, все сколько лет? По паспорту много, хотелось бы меньше. Ну, соответственно, поэтому считаем, что их меньше. Долго будет проходить операция? Да, часов 6, наверное. Сколько за зубы по деньгам заплатил? Вы имеете в виду чистку? У нас мы где-то кого-то рекламируем, поэтому у нас иногда бывает бартер. Что буду делать? После операции скажу, сказал же. Лицо. Да, операция будет долго, потому что она трудоемкая. Спасибо, каникулы были у нас прикольные. Про вопрос прокрасишься, я уже даже не знаю. Я скоро себе татуировку сделаю. Я не крашусь. О, Мишка Кокляев, привет! Миша! Миша, Миша, привет! Привет! Вау! Подожди! Кокляев все-таки завел перископ? Вот это событие! Вы представляете, все, операция моя уходит на второй план. Михаил Кокляев в перископе. Вот это вообще чудо! Я все думал, что я буду первым, кто к нему приедет и... Научит Да. перископ. Эх, кто-то до Мишки доехал раньше. Мишаня, передавай привет Ксюхе. Мы соскучились. Куда я кому хожу на чистку? Куда мы ходим на чистку? А мы ходим На Тельмана. на Тельмана 41. Да. Да вы даже не говорите мне о хинкали. Я последний раз кушал в 10 утра, потому что перед наркозом 8 часов есть нельзя. Операция немножко Он голодный. переносится. Я уже глюки ловлю с голодухи. И злой, как собака. Дядя Миша. Писал дядя Миша только что. 30. Что 30? Лет 30? Не знаю. Мне 18 обычно, и как-то оно дальше не идет, да? Два. Да. Два. Тебе 18, мне 16, и все, и больше мы не растем. Не растем. Не-а. Миша не едет в машине с нами и подглядывает. Ага. Все-таки Миша не завел перископ. Ладно, хорошо. Мы тебя научим, приедем и научим. Плохому. Чего еще от шпака ожидать-то? Ринопластику делал ли? Делал, да, 2 раза. Вернуть прежнее лицо. Ну, из кого я его должен вернуть? Когда будем детей заводить? Позже, возможно.
Пока перископ не досягаем, это почему? Миша, да Миша только дай перископ, он начнет транслировать так, что там Газманов загнется сразу со всеми перископами, потому что Мишу всегда хорошо смотреть. Он вообще сразу подсядет, в первый же раз задаст там жару. Хочу видеть Венеры, Венеры дорого, да. Ремонт у нас, да, хороший. Привет из Туапсе. Давид еще знаете, это кто? Бороду не хочешь отрастить? Нет, хочу вообще растительность на лице убрать. Скажите, пожалуйста, прям Артур Разиев, привет. Он на вахте, не может на вас смотреть. Почему это у Миши выпуски о хинкали? Нет, это потому что вы смотрите на хинкали, а выпуски у Миши на самом деле гораздо более интересные, они философские, но за хинкали. Эх, жрать хочу, что-то все разговоры о еде. Хочу начать химичить, тогда и перископ заведу. Миха. Ну, кого делали Ирина? Наташа тебе передает большой привет. У Маурова и Ларисы Батразовны. О, Натусику тоже огромный-огромный привет. Да, Натуся, если видишь нас, тебе привет. Большой! Да. Вот такой вот. Да. Саня, сколько игнорить будешь? А что я игнорю? Я иногда отрываю глаза от монитора, поэтому не всегда получается. Операция получится в 3 часа закончится. Что случилось с Бузяком на тайских? Не знаю, он не очень хотел общаться с некоторыми. А сколько буду заживать после операции? Недели 3. Люминиры делают только США. Какого мнения это о Денисе Гусеве? А, при личном общении парень интеллектуальный и умный на камеру. Он несколько иногда по-другому себя ведет, на что имеет свое право. А все остальное, не знаю. Как спортсмен он добился успеха, как человек он в личном общении интересный. А как все его оценивают другие, это уже проблемы других. Прямо после операции? Хорошо, после операции я буду под наркозом. Вообще никакой. И, наверное, расскажу. Волосы нет, волосы я не крашу. Почему операция ночью? Когда свободное время появляется у хирурга, тогда и операция. На самом деле, эта клиника работает круглосуточно, и многие хирурги работают вообще в ночь. Так, разговор пошел о Венерах, и явно даже не со мной. Сколько стоит операция? Примерно нисколько. Саня, общий наркоз? Ну, конечно, за 7 часов под общим наркозом я могу устать. Да и она не делается под мизинец. Твоя постоянная работа, тренер, про какую операцию речь? Про пластическую? Нет, Бадюк абсолютно не испугался, просто он подумал, что при личном общении со мной его могут начать троллить, а его начали троллить еще больше, потому что он пытался избежать этого общения, соответственно, чего он боялся, то и случилось. Привет из Бордо. Удачной операции. Бордо это провинция во Франции? Классно. У нас есть коллекционное Бордо. Мне нужна твоя. А, красавчики. Да, поесть. Скоро начнется готовка со шпаком. И я буду готовить. Это будет интересно. И меня кормить. И ее кормить. И на самом деле буду приглашать разных своих друзей. Татуаж не уберу, в будущем собираюсь лазером несколько подкорректировать и сделать его поагрессивнее. Показать клыки. Ну что ж, я обезьянка, что ли? Ну ладно, обезьянка. Готовка, да, готовка будет интересна. Мы будем выкладывать ее на лайв-канале в прямом эфире. И будем делать 15-минутные ролики, где будем выкладывать на основной канал, чтобы было интересненько. И будем готовить не только спортивную пищу, но и абсолютно развратную, неправильную пищу. Так что, если у кого-то слабая психика, просим не смотреть, чтобы не срываться на еду. Не говорите больше о еде, потому что Саше и так тяжело. Будет новый номера женского журнала? Будет обязательно. Я думаю, правда, недели через 3, не раньше. Сколько операций было? Сколько было? Штук 10 было. Стишаньки еще не готовили. Бадюка позовывать на готовку, но он в России вряд ли, а если его позвать, наверное, он может проигнорить. Хотя, если вдруг появится такое желание, я только за. Мы все равно так с ним так и не пообщались, только поздоровались. Ему этого, видимо, хватило. Сколько я сейчас вешу? 117. Рост моей супруги 173. 5. Ну ничего себе, ты все цифры знаешь, а тут не помнишь. Я помню твой размер ноги. Ну как? 38 с половиной.
Так, жена, ты красотка. Я Давай. Красотка, да. Спасибо. Нет, я еще не красотка, подождите. Еще чуть-чуть. Чай перед тренировкой можно, конечно. Ладно, не будем вас всех утомлять. Мы будем рассказывать. Ой, привет Еревану. Спасибо огромное. И выйдем уже в Перископ ночью. Я надеюсь, что выйдем, если только я не... Ну, утром точно. Утром точно, да, чтобы вы увидели всю моё красоту. Синее лицо. Такое опухшее, отекшее. Ну, некоторые хейтеры просто... Теперь, я думаю, хейтеров будет с утра больше, нежели чем поклонников. Все, всем огромное спасибо. Да, всем пока. И увидимся утром обязательно. Если не ночью, то утром точно будем. Все, до встречи. Пока! Пока! Так, ну что это?